Были бы другие цели мысли, но этот поцелуй тут был бы ни при чем. Целый мир, что дотла горит, покажи снизу, что прижигаю твоим. Я не простой, ты меня пойми. Украл твой взгляд, сижу за твои касания. Бог, что по щекам моим, да не забыть, что было ты зари. Но ты выделал принципы, как все. Всем привет, у нас очередная Лада Веста, Лада Веста СМС. Я у него систему, которую поставили в эту беленькую Ладу. Ребят, ну система сейчас работает в таком щадящем режиме. Здесь ну сверх громкая система, она не нужна. Здесь просто звук для себя любимого, для салона. Ну и так скажем, скрытый монтаж усилителей и всех компонентов, за исключением сабвуфера. Я сейчас подключу микрофон и в двух словах вам расскажу. Я не буду растягивать это видео на 10 минут. И оставьте, пожалуйста, свое мнение в комментариях, да? Какой длины видео вам снимать в следующий раз? В принципе, здесь сверхъестественно, ничего нету. Главное устройство TIS, два усилителя, преобразователь и сабвуфер. А давайте это видео сделаем сверхкоротким. Давайте, смотрите. Идеи создать. 10-дюймовый сабвуфер в фазинверторном коробе. У нас сегодня музыкальный обзор такой будет. Здесь защищено грилем. В фальш-полу, который был приобретен отдельно, у нас установлены два усилителя. Шторм D1.800 и Шторм D4.120. Это работа на акустику, прайд, гармония. 6.5 и 6.5X у нас установлены в передней и задней дверях. Под капотом у нас стоит предохранитель. Как вытаскивает провод под капот, я вам показывал миллион раз. Выполнена шумоизоляция 4 дверей плюс крышки багажника. Рулит аудиосистемой. Главное устройство TIS CC3 2К. Ребят, вот такой вот, в принципе, известный уже конфиг, который вы видели в наших видео. Спасибо вам за это. Оставьте свое мнение в комментариях. У нас сегодня будет экспресс обзор. Все вроде, да? Нам бюджет. Вот повесьте. Жук сейчас сфокусируется. Ну что такое? 7 метров кабеля. Шумоизоляция 4 дверей. Коэффициент сложности. У кого-то возникали вопросы, что такое коэффициент сложности. Это все очень просто. То есть у нас идет установка со скидкой. Полная аудиосистема куплена у нас в магазине. По итогу 14 тысяч рублей. Так это стоит немножко дороже. Что сюда входит? Монтаж кабелей в передние двери. Монтаж компонентной акустики на болтовом креплении колец. И на красивые шестигранники. Под капотом змейка в багажнике. Силовой кабель в змейке. Это автомобиль из Оренбургской области. Здесь у нас термоусадка, змейка. Все четко, все по-взрослому. От плюсовой клеммы у нас установлен в непосредственной близости предохранитель, который защищает силовую цепь. Ребята сейчас собирают тачку. Ну и в багажнике у нас тоже все красиво. Давайте вам еще раз покажу. Силовой дистрибьютор четырехканальный. Здесь вот все красиво. Антон здесь выпилил такую рельефную фальш-панель, потому что пол вот здесь он, ну так скажем, мягкий, а здесь деревянный. Вот, линейный преобразователь для подключения к главному устройству TIS. И, собственно, все, сейчас вот здесь закроется, поставится фирменный короб. Вот, бюджет этой аудиосистемы у нас составляет порядка 60 тысяч рублей. Дополнительная шумоизоляция и установка со скидкой. Я думаю, все, вразумительно я
донес до вас. Спасибо вам, что смотрели это видео до конца. Спасибо владельцу за ожидание. Он весь день сонный сегодня, даже в кинотеатре поспал немножко. Что у нас было с этой Вестой? Лайфхак для любителей и ценителей флагмана российского автопрома. Если вы, короче, поставили аудиосистему и у вас загорелся АБС, ручник и ЕСП, значит, нужно немножко разогнаться и дать системе АБС работать. Потом мы протрахались где-то часика полтора, и потом нашли на драйве вот эту информацию. Я думаю, она вам будет полезна. И вы лишний раз поставьте палец вверх, прокомментируйте видео. И до скорых встреч. Вернее, до завтра. Быть добру, ребят. Всем пока. Про эту нарядную, сочную и вот такую огненно-красную Мазду я вам расскажу в следующий раз. Быть добру, ребят. Всем пока.